Готовлю салат горошек с некоторыми изменениями и дополнениями. Сваренные картофель, морковь, яйца, а также вареную колбаску и огурец нарезаю кубиком. В этот раз для приготовления салата я использовала не соленый, не маринованный огурец, а свежий. А также добавила пучок зеленого лука, который нашинковала не слишком мелко. Теперь добавляю главного героя, консервированный зеленый горошек, солю и заправляю майонезом, который готовила в прошлом ролике. Перемешиваю, салат готов. У этой версии салата вкус более легкий, более нежный, чем с маринованным или соленым огурцом. Данный салат не стоит делать на потом и в больших количествах, потому что сок, выделившийся из огурца, образует целое озеро на дне салатника.